лучше попасть. Вот Булыкин в стенке, обратите внимание, насколько он выше других партнеров своих. Ох, какой удар! Гол! Нет! Гол! Гол! Какой прекрасный гол! Вот тебе штрафной, вот тебе стенка. Но посмотрим еще раз, какой мощный удар и один гол отыгран. Ну, просто поразительно. Вчера мы видели, как со штрафного забил Цимбаларь. А вот сейчас давайте посмотрим, какой просто пушечный удар. Бежинар нанес удар? Сейчас давайте посмотрим, что там со стенкой было. Я не понял, стенка-то неправильно была установлена, стенка-то вообще где-то в стороне стояла. Но он уже под перекладину. Ну, смотрите, стенка, которая ничего не загораживает. И вратарь за стенкой, он расположился неправильно. Он стоял в ближнем углу, хотя обязан был стоять в дальнем. Да, Сергей Бежинар, в прошлом игрок киевского «Динамо». Ох, как хорошо! Уже много соперников в штрафной. И тем не менее, сейчас надо можно было ударить. Отличный пас и гол! Прекрасно! Вот вам и Булыкин. Вот я вам говорил, что должна быть игра подачи с фланга и удар высокорослого центрального нападающего, таранного типа. Александр Булыкин 1-1. Ну, через пару минут отыгрались. Собственно, в этом мы с Андреем в этом и не сомневались, что Локомотив отыграется. Прекрасный гол, да? Хорошая комбинация, смотрите, сколько футболистов в белой форме здесь. Мяч забил Дмитрий Булыкин, номер 11. Итак, 1-1. Дмитрий Булыкин. Дмитрий 1-1. Булыкин. И теперь задача для киевлян осложняется, нужно им забивать два мяча. Еще два. Еще два, и при этом не пропускать свои ворота. Киевлян, как правило, в обороне 5-6 футболистов. Бородюк, отличный пас! Блестящий гол! Так забил же опять Булыкин, ногой забил. И опять с подачи Бородюка. Ну, хорош парень. Ну, хорош. А как ассистирует Бородюк-то? Да, Бородюк... Два гола красавца. Смотрите, какого он роста. Какой вес. Это же бриллиант будущий. Бородюк, придя в «Локомотив», раскрылся по-новому, как диспетчер. И я невольно вспоминаю Эдуарда Селицова, настоящего нападающего. Чуть позже такого же игрока мог вырасти динамовец Кожемякин. И вот еще один прекрасный центральный настоящий нападающий. А этот гол, это просто шедевр. Просто, смотрите, он опередил и защитников, и под перекладину вогнал. Ну, так забивали центральные нападающие прошлых лет. Послевоенных, и Бобров, и Пономарев. Да, это прекрасно, прекрасно. Ой-ой-ой, ой, сейчас вот не смог укротить мяч. А комбинация тоже была отличная. Но это еще не все, Харлачев. Харлачев хочет там ударить. А бить не дают. Да, бить не дают. Он часто так забивает проход вдоль линии. Ну, да. Ну, я говорю, сталки рассказываются и... Джанаш я сделал любимый вами кульбит, по-моему. Только он, по-моему, в кадр не попал. Как? Не попал? Вот сделал, я видел. 3-1 за 20 минут, даже меньше до окончания матча. И тут происходит замена, и Олег Пашинин появляется. Вместо кого? Вместо Булыкина. Правильно. Юрий Семин